Друзья, всем привет! Вы на канале Виконста. Сегодня хочу вам показать город Краматорск. По трафику, трафика практически нет на дорогах. То есть буквально, ну, 4 машины по встречной полосе поехало и 2-3 в моей полосе. Дороги вообще нет. Ямы. Вроде бы центральная улица. И по правую сторону на каждом столбе висят знаки «Плохая дорога». И вот так вдоль едешь, и поперечные эти ямы, их никак не объедешь. Либо асфальт, когда стелили, как-то кусками получалось у них это делать. Нужно постоянно маневрировать машиной, чтобы не въехать в очередную яму. Где-то нормально, где-то так себе. Ну, мое дело показать, как есть на самом деле. Ну, а ваше комментировать. Кстати, не забывайте, каждый комментарий очень важен. Я для вас стараюсь, снимаю новые видеоролики, но от вас только должна быть максимальная поддержка. Цена на бензин 95-й 30,49, 92-й 28,75, ДП 29,49, ГАЗ 12,15. Видите, весь асфальт не перестилают, а только кусочками. Там залатали, и получается латка на латке в итоге. Друзья, еще небольшой совет от меня. Если вы собираетесь или планируете поездку, то обязательно едьте через крупные города. Если вы поедете по селам, то у меня есть один видеоролик на канале, который детально все вам объяснит, что так делать не нужно. Едьте только через крупные города. Хотел сократить 175 километров, но в итоге 175 километров я сократил, но нервы себе, наверное, сократил в 100 тысяч раз больше, чем я бы проехал по нормальной дороге. То есть всегда рассчитывайте, в основном через крупные города, трассы в хорошем состоянии, ну, приблизительно как вот это. Если поехать через села, то, к сожалению, такой дороги вы нигде не увидите. Ну вот, плавненько мы доезжаем до города Краматорск. Вот он как раз у нас знак. Въезд в город. И будем направляться в центр города. Поснимаю вам интересные местоположения, точки. Предварительно я немножко посмотрел вообще, куда можно сходить. Так, здесь у нас Энергомаш Спецсталь. Ну и вот, это вам центральная улица. Что-то ремонтируют. Я смотрю, очень много фур ездит, и правая сторона настолько продавлена, но там вам не видно было, но ямы просто огромные. Не рассчитаны наши дороги на тот вес, который перевозят фуры, поэтому вот так происходит. В основном дороги разбивают грузовые машины, легковые так себе. Что там в той легковушке? 1,5 тонны. А если у грузовика нормально нагрузить фуру 20-30 тонн, то, я думаю, будет категорически нежелательно двигаться ей по таким дорогам. Тем более у нас асфальт сделали на сезон, и на этом все закончилось. Кстати, по левую сторону у нас автосалон Шкода, Volkswagen, BMW, Peugeot, то есть все в куче там, я так понял. Или сервисный центр, даже Ford есть, Mitsubishi. Там у нас шиномонтажка. Но мы движемся. У нас Comfy, Amstor, Сельпо. Ну, как и везде, в принципе, торговые центры строят в одном месте. Чтобы сильно, наверное, не заморачиваться. В одну точку все приехали, скупились кому там что надо. И дальше поехали своими делами заниматься. Друзья, вышел я на парке. Хочу вам показать, как выглядит парк в городе Краматорск.
Опять же, как только ролики снимаю, вообще людей нигде нет. Не знаю, с чем это связано. Видимо, выбираю такое время. Но когда есть возможность, тогда и снимаю. Новое колесо обозрения. Здесь тоже какая-то карусель для детей. Тут у нас тир. Недавно, наверное, построено. В каком году? Кто из местных? Подскажите, напишите в комментариях. Мне это вот нравится покрытие. Раньше вообще никакого покрытия не было. Песок с камнями, падаешь, колени разбиваешь. А вот сейчас искусственное, мягкое-мягкое. Но опять же, вандалы уже какие-то все поразрисовывали. Опять гадости какие-то понаписывали. Ну, наши люди такие. Им бы что-то вычудить, пометить себя. Здесь у нас, я так понял, для скейтбордистов всякие разные штучки. Кто на великах там прыгает. Там еще одна детская площадка. Не знаю, здесь вообще разделения нет, но, наверное, наполовину. Там для велосипедистов, а с правой стороны для пешеходов. Мы правила нарушать не будем, поэтому будем идти по правой стороне. Тоже камеры стоят от вандалов, хотя вряд ли они как-то помогают. Тут у нас сосны с левой стороны. Одну ключевую точку я вам снял, сейчас будем отправляться в другую. И будем брать правее. Не знаю, где люди, конечно, но людей нет. Видимо, работают все. Ну вот, друзья, и площадь мира вам. Еще одна ключевая точка, где, наверное, вечером люди здесь собираются, когда тепло. И, скорее всего, с вот этих вот отверстий, да, выстреливает вода. Ну, то есть, такие фонтанчики. Вот вам Краматорск от первого лица. Вы спросите меня, снимай побольше городов, приезжай, показывай, нам очень интересно, как живут другие города. Друзья, можно было еще посетить в городе Краматорск сад Бернацкого, но, к сожалению, такая пора года, как зима, там особо показывать нечего. Сторони світу – це чотири основні географічні напрямки північ, південь, захід, схід. Такие вот обозначения. Ребята, но если верить вот этой надписи, то там север, там юг, там восток и там запад. И вот тут еще такие три колонны стоят. Скифские скульптуры. Там по правую сторону у нас детская площадка. Здесь, скорее всего, что фонтан. Но опять же, смотрите, здесь еще, я так понял, ничего не доделано. А там площадь вроде бы уже доведена до ума. Но такая вот разница и контраст. Маленьким жителям Краматорска с наилучшими пожеланиями. Владимир Бантуш. Ну вот такая вот площадка. Здесь у нас листву убирают. Кстати, огромный респект коммунальщикам. Если коммунальщики меня смотрят, большое вам спасибо за вашу работу, проделанную в любом городе. Без вас не было этой красоты вообще никакой. Но опять же, прежде всего, обращаюсь к людям, свиньям, которые мусорят. Если вы не знаете, куда выкинуть бумажку, положите ее в карман и выкиньте ее в ближайшую урну. А не вот так берете и выкидываете все. Но опять же, это прежде всего зависит от человека, поэтому кто-то понимает, кто-то нет. Тем более, если вы находитесь в вашем родном городе, я думаю, вам будет приятно, когда вы идете и вокруг чистота. Сделали новые тротуарчики. Кстати, елки эти старенькие уже. Но мне кажется, они тут останутся, только добавятся еще какие-то насаждения. Здесь у нас Ева, Фокстрот, Чудо-маркет, Арбат. Это, наверное, все вместе. Территория твоей техники. ttt.ua. Есть, кстати, отделение новой почты. Так, ну это у нас центральный универсальный магазин Арбат. С 9 до 19 работает он.
Ну, в общем, на ценах мы зацикливаться не будем. Пиво двушка 56 гривен, 68, пол-литровое 25-27, ну, к примеру, Балтика. Так, надо еще какого-то сладенького взять, чего-то. Хлеб, кстати, по 12 гривен, 14. Колбаса. Различные сыры. Тут у нас мясо. Ребра по 105, лопатка по 100. Свинина задняя часть 105. Вырезка по 140. Яловичина 150. Филе куриное 87. Стегно 73. Четверть 45. Курица по 68. Яйца по 22-23 гривны, ну, то есть в зависимости от их размера. А, блин, хоть чуть нагреюсь, а то на улице уже холодно. В принципе, есть что захотите. Йогурты. Молоко по 23,40, 900 грамм, 2,5%. Так, это у нас водка 250 грамм, 48 гривен. 0,7, 176. Немиров. Друзья, по дороге в Краматорск мне написал подписчик, сказал, что заезжай, обязательно увидимся. Вот Стас. Привет всем. Бывает такое, что я могу приехать, встретиться, и немножко он мне покажет город, проведет небольшую экскурсию. Ну, в принципе, немножко я уже показал. Он мне еще расскажет там интересные ключевые точки. Сам он с города Краматорск, поэтому вот так. Так что обязательно комментируйте каждый видеоролик. Хейтеры, когда пишут плохое, они никогда не придут и в лицо это дело не скажут. А просто могут там что-то пообсуждать. Что скажешь? Ставьте лайки, дизлайки не ставить. Хейтеры, идите. Вот так вот. Ну, в общем, мы сейчас немножко прогуляемся и там уже дальше включимся. Друзья, сейчас Стасян нам расскажет, куда мы едем. Ну, в парк юбилейный едем. В общем, самый у нас такой парк, центральные аттракционы. Там, где в основном все движение. Вот. Есть на чем покататься, есть где посидеть, покушать, с друзьями посидеть, в общем, ну, такое место у нас в Краматорске, пользующееся спросом. Вот городской рынок центральный, у нас их получается три. На Лазурном еще один рынок, меньше, чем этот, и в Старом Городе тоже рынок больше, чем этот. То есть у нас три рынка. Ну, это показатель уровня жизни, барахолка у нас здесь всегда, особенно по выходным собираются, дурдом. Так, а это с правой стороны что? Это стоянка. Раньше тоже это планировался рынок быть. Вот, ну, что-то сделали-сделали и по итогу забросили. Ну, короче, теперь получилось у нас стоянка. Крытая стоянка. Ну да, да. Есть сейчас крытая. Мы вот уже подъезжаем ко входу в парк. Ну так, ну да, сюда. Вот это когда-то был кафешка была офигительная, замок. Тут, получается, можно прям вообще прям к парку подъехать. Угу. Прям к аттракционам. Это сам вход. Посмотрим, что у нас здесь. Тут у нас заборчик. Огороженный, наверное, будет что-то новое строить.
Лет через 20. Или ключевое слово, наверное. Да. Его столько уже лет пытаются до ума довести. Так все и стоит заброшенное. А жаль. Конечно. Было очень хорошее заведение в свое время. Так, вот это у нас на деревьях растет, знаешь что? Большие такие кустарники. Амилаб. Распространяется между деревьями птицами. Переносят помет. И, короче, сама фишка в том, что это растение высасывает сердцевину и съедает потихоньку деревья. То есть это растение-паразит. Ужас. Страшные вещи. Да. Центральная арка. То есть мы ее прошли. Центральная аллея. До новых зустричей, мы вас чекаем. Пломбир. Скрытая реклама, мороженое. Ну да. Летом работает. Да, как только теплеет, открываются, холодает, сразу закрываются. Угу. Ну, хорошо, здесь приятненько. Так, туда, наверное, дальше колесо обозрения, да? Да, получается. Ну, короче, можно, если не грязно, сюда нырнуть, тут пройтись. Ну давай. Чтобы не обходить. Давай, давай. Его будет видно. Чтобы так показать хотя бы внешне, как что здесь находится. Так, спортивно-оздоровительный комплекс Лотос. Ага, там что, работает он или нет? Да. Секции какие-то. Что, и плавание есть? Не знаю. Не факт. Да, не факт. То есть здесь, наверное, с мая июня движухи очень много. Да, с мая как теплеет. Даже с апреля еще, если в апреле тепленько, то открывается. Вот колесо. Вот его видно. Ага. Мне кажется, это колесо выше, чем выше. В парке Пушкина, да? Угу. Угу. Потому что я так по внешнему не знаю технические характеристики, но по глазомеру, мне кажется, это выше. Он чуть-чуть ниже, чем в Бердянске. Ага. Ну там в Бердянске, кстати, два колеса. Да, одно большое и маленькое. На 100 гривен за круг. Я знаю, да. А здесь? По-моему, полтинник. Ага. Не помню, я тут уже... А полтинник, кстати, на маленьком. То есть это здесь все такие, которые еще старые аттракционы, которые еще с самого начала парка были. А туда дальше, вглубь, там поставили новые. Вот как в этом, как в Бердянске на набережке, тоже такие все вот эти там, эти галактики и прочее. Друзья, это еще один парк, парк юбилейный. Всякие разные другие аттракционы, поэтому смотрите здесь. Лучше, конечно, всего приезжать летом. Ну, мы так покажем. Кстати, он по территории парка ходит, охрана. Машинки, карусели. В общем, что хотите. Так, здесь тоже у нас ворота закрыты. Ну, залазить мы не будем. В принципе, там ничего интересного вам так и не покажешь. Все это нужно смотреть летом. Но сам факт, время не выбираю. Поэтому, когда есть возможность, тогда и провожу видеосъемки. Вдвоем люди садятся, их начинает колбасить, крутить. Рыбок ловят. А тут у нас водная, да, тут водная, да. Парк юбилейный. Работаем ежедневно с 11.30 до 22.30. Выходные и праздничные до 11 часов. Слушайте, большой парк. Я вот так просто прикидываю. Туда идет вправо то, что не видно отсюда. До упора вправо еще. То есть много всего. Кафе, много аттракционов. Ну всего очень много. Кататься, есть где посидеть, вкусно покушать. Вот. Много чего. Любой каприз за ваши деньги. Да, да. В карман денежку ложи и вперед. В общем, друзья, сегодня мы побывали в городе Краматорск. Я со своим подписчиком Стасом. Он мне немножко поднарассказал за парк. Ну и я там вначале немножко то, что видел своими глазами, то и показывал. Если вам понравился этот видеоролик, вы знаете, что делать. Лайки ставим на канал, подписываемся. С вами на канале был Виконста. Пока-пока.